Дорогие друзья, ощутите зов сердца стать сотворцами и участниками нового проекта «Живой встречи в новое будущее вместе с детьми». Мы ощущаем, что настало время для такой встречи, встречи взрослых и детей в одном пространстве для совместных процессов творения. Мы решили сотворить такое пространство, чтобы оно было живым, творящим, соединяющим человека и стихии, огня, воздуха, земли и воды. И как в хороших, добрых сказках, мы будем жить с вами в чистом пространстве, у соснового леса, рядом с чудной рекой и чистым воздухом. А духи огня мы пригласим к нам в гости на костер. Ощутить самим и дать почувствовать нашим детям, что весь мир живой, насыщен любовью и творением, что можно учиться у духов природы – это наша задача. На наших страницах, в творилках мы давали много энергетических практик, которые можно делать вместе с детьми. Часть из них мы обязательно будем делать на нашем с вами проекте. Театр! 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 Наша творческая группа решила, что обязательно мы будем играть живой театр. А это значит без репетиции, изучения текста, но обязательно с подготовкой. А коли главной темой нашего события является взаимодействие с духами природы, то и спектакль мы решили посвятить этой теме. И не нашли ничего лучшего для сценария, как мультфильм «Холодное сердце 2». Мастер-класс. Каждый день у нас с вами будет ждать мастер-класс, а может быть и не один. Сейчас у нас заявились мастера с акриловой заливкой, столярное дело, рисование по-мокрому, совместное групповое творчество, рисунок из пластилина, рисование мандал. Возможно, будет глина. Мы ждем от вас ваших предложений и пожеланий. Есть желание провести мастер-класс? Пишите, заявляйтесь. А еще нас ждут игры, сказки, беседы, прогулки, массаж, баня. Надеемся, что и вы привнесете в наше общее пространство свое творчество, внимание, заботу, любопытство и радость взаимодействия. Про размещение. Мы нашли пространство в прекрасной безэгрегорной зоне под Екатеринбургом на берегу реки Чусовой. На территории есть благоустроенные жилые помещения и две бани с возможностью комфортного размещения. В помещениях комнаты по 2-4 спальных места, теплые туалеты и душевые кабинки. Природа, лес, река и остальные природные эффекты предоставляются самим местом, где мы предлагаем вам провести эти несколько дней. До встречи на проекте. Мы ждем вас. Всю информацию вы можете получить по этой ссылке на нашем сайте.